Сегодня видному государственному и партийному деятелю Тимбори Мальбахову исполнилось бы 97 лет. В должности первого секретаря Кабардино-Балкарского обкома КПСС он проработал 29 лет. В Государственной национальной библиотеке, которой присвоено его имя, прошел вечер памяти. В холле главного книгохранилища республики собрались читатели и сотрудники. Некоторые знали Мальбахова лично, так как именно под его началом строилось это здание. Рассказывают, к книгам у Тимбора Кубатиевича было особое отношение. Несмотря на то, что дома у Мальбахова была большая личная библиотека, он часто приходил сюда. Директор учреждения Анатолий Емузов отметил, что Мальбахов был политиком, о котором до сих пор вспоминают с восхищением, человеком эпохой, про себя говорившим «жизнь – тяжелое восхождение». При этом он умел оставаться простым человеком. Человек с могучим интеллектом и высокой культурой, с необыкновенным благородством и гражданским мужеством. Он достойно стоял на высоком пьедестале и прожил замечательную жизнь, как незаурядный и талантливый руководитель